Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео уделим внимание народным приметам, традициям и обрядам на 25 мая. Очень, друзья, важная и ценная информация, поэтому обязательно просмотрите это видео до конца. Ну а мы с вами начинаем. Итак, друзья, 25 мая православные христиане отмечают День памяти святителя Епифания Кипрского, одного из ранних отцов церкви, который жил в IV веке. В этот день в православных храмах по всему миру проходят молебны в его честь, вспоминая его жизнь и духовные подвиги. Святитель Епифаний родился в Иудее, и его детство было омрачено ранней потерей отца. Несмотря на трудности, он получил хорошее образование и рано принял решение стать христианином. В юности его жизнь изменилась благодаря встрече с монахом, который отдал свою одежду нищему. Этот поступок произвел на Епифания глубокое впечатление и стал поворотным моментом в его жизни. Епифаний решил уйти в монастырь, оказавшись в Финикии, где занялся переписыванием греческих книг. Он много молился и соблюдал строгие посты, за что получил дар чудотворения. Однако, опасаясь людской славы, он ушел в пустыню Спонедрион. Его жизнь в пустыне не была безмятежной. Однажды он оказался в плену у разбойников, и его судьба висела на волоске. Но чудо произошло. Один из разбойников, пообщавшись с Епифанием, решил принять крещение. Этот разбойник не только спас Епифания, но и стал его учеником. Вокруг святого постепенно сложился круг единомышленников. Вместе с ними он построил монастырь Спонедрион в пустыне. Люди, приходившие к святителю за помощью, часто оставались в пустыне, присоединяясь к его общине. Со временем монастырь стал духовным центром, привлекая все больше и больше верующих. Слава о духовных подвигах Епифания распространилась далеко за пределы пустыни. По просьбе жителей кипрского города Саламин, Епифаний стал их епископом. На этом посту он продолжал свою аскетическую жизнь, оставаясь примером духовной стойкости и мудрости. Святитель активно боролся с ересью и укреплял веру среди своих паств. Епифаний умер в 403 году, за 2 дня до смерти, предсказав свою кончину ученикам. Он был погребен в новом кипрском храме. Его жизнь и духовные труды оставили глубокий след в истории христианства. В 787 году 7-й Вселенский собор, прошедший в Никее, назвал Епифания отцом и учителем церкви. Его труды и духовные подвиги стали примером для многих поколений христиан. И 25 мая православные христиане по всему миру вспоминают святителя Епифания, проводя молебны и молитвы в его честь. Святитель Епифаний оставил после себя множество духовных наставлений и учений. Его жизнь является ярким примером самоотверженности и преданности вере. Каждый, кто обращается к его наследию, может найти вдохновение и силу для преодоления жизненных трудностей. И день памяти святителя Епифания Кипрского – это не только дань уважения великому святому, но и возможность для каждого верующего углубиться в свою веру, подчеркнуть мудрость и вдохновение из его жизни. Это время для размышлений о собственном духовном пути и стремлении к достижению гармонии и покоя в душе. В этот день православные христиане собираются в храмах, чтобы вместе молиться и вспоминать святого Епифания. Молебны, посвященные ему, наполнены глубоким смыслом и помогают верующим укрепить свою веру и найти духовную поддержку. А вот в народном календаре 25 мая назвали этот день как Епифанов день, который также назвали и Рябиновкой. И этот день полон древних обычаев и традиций, связанных с природой и ее дарами. Епифанов день имеет несколько названий, включая день одолень травы и Рябиновка, и каждый из них отражает важные аспекты этого праздника.
Именно Эпифанов день – это название связано с днем памяти святителя Епифания Кипрского, одного из ранних отцов церкви, чью жизнь и духовные подвиги мы почитаем. Рябиновка – это название связано с началом цветения рябины, одного из самых почитаемых деревьев в народной культуре. Рябина символизирует защиту, силу и красоту. А одолень травы, как вы знаете, одолень трава считалась мощным оберегом и средством от болезней. В этот день ее собирали и использовали для различных лечебных и магических целей. В старину в этот день было принято носить красную одежду и кланяться рябине. Красный цвет символизировал жизненную силу, защиту и здоровье. Вера в силу рябины была настолько сильна, что ее ветви использовали для оберегов, а деревья высаживали у каждого дома в палисадниках. Рябина считалась деревом, обладающим невероятной силой. Вот некоторые из верований и обычаев, связанные с этих растений. Считалось, что рябина защищает дом от злых сил из глаза. Ветви рябины развешивали над дверями и окнами, чтобы защитить жилье и его обитателей. Также рябина оберегала от пожаров и других стихийных бедствий. Деревья высаживали вокруг домов для защиты. Старцы говорили, что ветка рябины помогает найти дорогу заблудившимся в лесу. Люди носили с собой рябиновые веточки в качестве оберега. Также рябину использовали и для лечения различных заболеваний. Настои из рябиновых ягод и коры применяли для лечения болезней желудка, мочевого пузыря, почек, а также при боли в голове и суставах. Рябина занимает особое место и в народной медицине благодаря своим целебным свойствам. Ветви, ягоды и кора рябины использовались для приготовления лечебных настоек и отваров. Настои из ягод рябины помогали при заболевании желудка и мочевого пузыря. Их употребляли внутрь для улучшения пищеварения и облегчения воспалительных процессов. Рябина использовалась и для укрепления почек и лечения почечных заболеваний. Настои из рябины способствовали улучшению функции почек и очищению организма. Настои и компрессы из рябины применяли при боли в голове и в суставах. Они обладали обезболивающими и противовоспалительными свойствами. Ягоды рябины богаты витаминами и антиоксидантами, что делает их полезными для укрепления иммунитета и защиты организма от инфекций. На Эпифанов день в старину на столе появлялись рябиновые настойки, которые славились на целых территориях. Эти напитки не только придавали силы и бодрости, но и служили отличным средством для профилактики заболеваний и укрепления здоровья. Для приготовления настойки обязательно использовали ягоды рябины, которые настаивали на спирту или водке с добавлением сахара и специй. Настойка имела приятный вкус и считалась целебной. Из сушеных ягод рябины готовили чай, который пили для укрепления иммунитета и улучшения самочувствия. Сегодня многие из древних обычаев и традиций сохраняются и передаются из поколения в поколение. Люди по-прежнему верят в силу рябины и используют ее для защиты и лечения. В городах и в селах продолжают высаживать рябиновые деревья, украшая ими свои дома и участки. Также напоминаю вам, что на Эпифанов день люди одевались в красное, чтобы привлечь здоровье и удачу, и обращались к рябине за защитой и благополучием. Этот день напоминает нам о важности сохранения традиций и уважения к природе. 25 мая этот день также называли Рябиновкой. Это время года не только связано с рябиной, но и с другим красивым и загадочным растением – одолень травой. Одолень трава или белая кувшинка считается одним из самых мистических растений в народной культуре. Ее красота и лечебные свойства сделали ее объектом множества легенд и поверий. Согласно поверьям, одолень трава способна одолеть нечистую силу и тяжелые болезни. Знахарки использовали ее в качестве приворотного средства, но приносить ее в дом категорически запрещалось, так как это могло вызвать болезни и падеж домашнего скота.
Одолень траву использовали для приготовления отваров и настоев, которые помогали при различных болезнях. Ее корневища и цветы применяли для лечения кожных заболеваний, воспалений и ран. Эпифанов день был богат народными приметами и наблюдениями за природой, которые помогали крестьянам предсказывать погоду и урожай. Если в ночь на Эпифана слышны трели соловья, это хорошая погода. Пение соловья всегда ассоциировалось с благоприятными условиями для полевых работ. Если в воздухе чувствовался аромат акации, это также предвещало хорошую погоду. Цветение акации символизировало наступление тепла. Наблюдательные крестьяне знали, что если в Эпифанов день в водоемах появились листья кувшинки, то это говорит о том, что заморозков больше не будет. Это означало, что можно начинать и посадку теплолюбивых культур. Ну а если утро было пасмурным, это предвещало много осадков летом. Погода в этот день служила ориентиром для планирования сельскохозяйственных работ. Красный восход солнца считался нехорошей народной приметой, которая говорила о том, что летом будут пожары. Это заставляло крестьян быть особенно осторожными с огнем. В этот день свои именины отмечают Герман, Денис, Евдокия, Иван, Петр, Семен, Федор и Филипп. Поэтому не забудьте поздравить именинников, потому что они достойны высокой оценки. Эти люди считаются настоящими тружениками и созидателями, рядом с которыми всегда было тепло и уютно. Женщины, рожденные в период Эпифанова дня, считаются хорошими хозяйками. Они отличаются заботой о семье, умением создавать уют и управлять хозяйством. Их дома всегда наполнены теплом и радостью, а гости чувствуют себя желанными и любимыми. В старину утро на Эпифана начинали с молебна в церкви. Люди приходили к святому с молитвами, прося его о защите от пожаров, болезней и нечистой силы. Святитель Епифаний также считался покровителем студентов и всех, кто стремится к знаниям, поэтому ему молились об успехах в учебе и о наставлении на путь истины заблудших душ. Молебен в честь святителя Епифания помогает настроиться на позитивную волну и привлечь благодать в дом. В церкви также можно поставить свечи за здоровье близких и попросить святого о помощи в решении насущных проблем. Согласно старинным поверьям, в Эпифанов день положено было делиться чем-либо с окружающими людьми. Это могла быть еда, одежда, деньги или просто доброе слово. Считалось, что это все воздастся вдвойне. Поделиться чем-то ценным – это не только проявление щедрости и заботы о ближних, но и способ привлечь в свою жизнь удачу и благополучие. Поэтому приготовьте вкусные блюда и угостите соседей или знакомых. Это создаст атмосферу радости и дружелюбия. Если у вас есть ненужные вещи, которые могут пригодиться другим, раздайте их тем, кто в этом нуждается. Ну и, конечно же, подарите кому-то свою улыбку, поддержите добрым словом или советом. Ваше внимание и забота могут значить больше, чем любые материальные подарки. Наши предки считали, что в этот день нужно надевать красную одежду, чтобы притянуть к себе радость и любовь. Красный цвет символизировал жизненную силу, энергию и позитивные эмоции. Он также ассоциировался с защитой от негатива и зла. Если у вас нет возможности надеть красную одежду, можно использовать красные аксессуары, например, шарфик, сумочку или украшения. Также добавьте в интерьер и красные элементы. Это могут быть и скатерть, это может быть подушки, цветы. Это поможет создать праздничную атмосферу и привлечь позитивную энергию. Еще одной важной традицией в Эпифанов день являлось наведение порядка на кухне. Хозяйки тщательно убирали кухню, а члены семьи должны были помогать им в этом. Чистая кухня символизировала порядок и благополучие в доме. Поэтому постарайтесь протереть все поверхности, вымойте посуду, уберите мусор. Особое внимание уделите плитке и духовке, они должны быть чистыми. Также разложите продукты и посуду по местам, избавьтесь от ненужных вещей. Организованное пространство будет способствовать комфорту и удобству. Конечно же,
Приготовьте вкусные блюда для всей семьи. Совместный обед или ужин укрепит семейные узы и создаст атмосферу уюта и тепла. Давайте теперь поговорим о том, что же нельзя было делать 25 мая по народным приметам, традициям и обрядам. Наши предки верили, что в этот день следует быть особенно осторожными, чтобы не навлечь на себя беды и несчастья. В Эпифанов день было принято избегать использования острых предметов без крайней необходимости. Считалось, что в этот день существует повышенный риск пораниться. Наши предки в этот день опасались брать в руки ножи, ножницы и другие острые инструменты. Если же это было необходимо, то все действия выполняли с особой осторожностью, чтобы не порезаться и не нанести себе вред. Считалось, что порез в этот день может принести не только физическую боль, но и символизировать духовные раны, которые будут долго заживать. В Эпифанов день также избегали наши предки приближаться к огню без надобности. Огонь считался мощным, но опасным элементом, и существовала вероятность получить ожог или спровоцировать пожар. Люди старались не разводить костры и не работать с огнем без крайней необходимости. Даже обычные бытовые действия, связанные с огнем, выполняли с особой осторожностью. Считалось, что полученный в этот день ожог может стать причиной длительных неприятностей и болезней. Также проявление жадности в Эпифанов день строго осуждалось. Считалось, что жадность может навлечь на человека несчастье и лишить его удачи. Люди старались делиться с окружающими, помогать ближним и быть щедрыми. Это помогало поддерживать гармонию и привлекать удачу. Считалось, что жадный человек может потерять свое богатство, а близкие люди могут отвернуться от него. Также в Эпифанов день запрещалось употреблять спиртные напитки. Алкоголь мог стать причиной нежелательных поступков и слов, которые потом будет трудно исправить. Поэтому люди в этот день старались воздерживаться от алкоголя, чтобы избежать конфликтов и любых недоразумений. Трезвый ум помогал сохранять ясность мысли и контролировать свои действия. Считалось, что сказанные в пьяном состоянии слова могут навлечь на человека неприятности и разрушить его отношения с близкими людьми. Особое внимание в этот день уделялось чистоте на кухне. Оставлять грязную посуду считалось плохой народной приметой, которая могла привлечь беды и несчастье. После приготовления еды и приема пищи хозяйки обязательно мыли всю посуду и наводили порядок на кухне. Считалось, что темные силы активизируются в грязных и неубранных местах. Грязная посуда могла также стать причиной финансовых проблем и лишить дом благополучия. Незамужним девушкам в Эпифанов день запрещалось надевать черные вещи. Считалось, что это может привлечь несчастье и даже раннее вдовство. Вот такой, друзья, у нас с вами день 25 мая по народным приметам, традициям и обрядам. Прямо сейчас ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на наш канал. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте, друзья, на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.